Здравствуйте. Не мог не записать это видео. Вот признаюсь честно, вот не удержался, просто не удержался. Данный видеоролик не будет для вас нести какой-то, ну прям архиважной информации, но тем не менее, посмотрев его, вы получите определенные знания, которые помогут вам отличиться от даже некоторых юристов. То есть вы будете более грамотны, в отличие от некоторых юристов. Итак, в чем суть? Я готовил материал, искал статьи, читал, думал там практику посмотреть, там что люди пишут и тому подобное. И каждый раз, открывая статью какого-нибудь юриста или человека, который называет себя юристом, или адвоката, или человека, который называет себя адвокатом, я вижу в его статьях то, что этот человек не отличает части статьи закона от пунктов закона. Объясню более предметно. Итак, по большому счету, любой закон состоит из статей. Статьи закона состоят из частей, пунктов и, ну, как правило, еще и подпунктов. Бывают подпункты. Так вот, части статьи обозначаются арабской цифрой с точечкой. Пункт части статьи обозначается арабской цифрой со скобочкой закрывающей. Подпункт пункта части статьи обозначается буквой со скобочкой. Какого такого лешего, я вот сейчас там по семейному праву там смотрел материалы, юристы, там на экранах появятся скриншоты, в статье там 36 или 34 семейного кодекса пишут не часть первая, а пункт первый. Откуда там пункты? Эти статьи состоят из частей, там пунктов нету. Наглядный пример. Можно взять, например, статью из налогового кодекса. Там четко видно, что часть первая, пункт такой-то. Можете поискать, посмотреть, где есть еще и подпункты с, ну, с нашим алфавитом. Вот так вот. Теперь я думаю, что вам будут на глаза попадаться такие статьи, где юристы пишут пункт вместо часть. И теперь это будет вам тоже мозолить глаза, как и мне. А мне вот интересно, если они называют часть статьи пунктом, то тогда что у них? Пункт будет подпункт, а подпункт будет подпункт, подпункт, подпункт? Я уже сам запутался. В общем, вот такое вот видео немножко бомбанул. Это даже несмотря на то, что существуют методические рекомендации к оформлению законопроектов и тому подобное, и тому подобное. Где вот это все говорится, что я вам сегодня рассказал. И в институте меня учили, что есть часть статьи, которая состоит из пунктов, подпунктов. Ну, иногда даже там еще абзацы указываются, но это уже отдельная история. Можно указать абзац, да? До 5 абзацев, там, как правило. Ладно, это все, чтобы уже не загружать вас. Все, кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.